Сегодня мы вместе с нашим большим другом, маэстро Игорем Яковлевичем Крутым, официально даем старт регионального отборочного тура, который пройдут доброй волной по всей стране. По итогу отбора будут определены участники второго гала-концерта фестиваля «Добрая волна», который уже этой осенью соберет на одной сцене талантливых детей с добрым сердцем, чтобы показать, что творчество – оно для всех. То, что звезды приедут сюда 29-30, то, что дети смогут спеть с ними, то, что смогут общаться с ними, я думаю, это будет стимул для дальнейшего развития творчества этих ребят. И не беда, что кому-то не повезло в жизни, кто-то отстает, кто-то... Не беда, это, я думаю, что наш проект в какой-то мере выровняет все это. Какого рода исполнялись мечты? Кто-то хотел повидаться с Софией Ротару, кто-то хотел с Юрой Башкиным, кто-то хотел щенка, кто-то хотел оказаться рядом с великой балериной Светланой Захаровой. Это то, что наш проект может дать. И чуточку детей сделать счастливыми. Утверждается попечительский совет Всероссийского культурного благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Подписывается график проведения региональных туров и дата проведения гала-концерта Всероссийского культурного благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». 2018. Ура! Также спасибо за составом Российского Совета Писателя региональных туров по концерту культурного фестиваля «Добрая волна». Состоялось.